Сегодняшним торжеством и внесением во второй раз в наш богоспасаемый град Орша благодатного огня от гроба Господня. Это миссия, а также паломничество по Витебской епархии дает особую духовную основу для всех верующих и всех стремящихся к возрождению духовности национально-патриотических и свято-отеческих традиций. Мы узбиваем гербы белорусских городов у города Святой Ефросиньи Полоцкой, Святого Кирилла Туровского, Франциска Скорыни, Димона Бунтного, Василя Чапинского, Петра Мстиславца, Лаурентия Зизания, Спиридона Соболя. А панове мои милостивые, даю ведать вашим панским вельможностям, своим милостивым панам, что старанием и костом общежительного монастыря Кутеинского под узначалением Соболя Спиридона, слава Богу, изволившему начать и совершить надрукованный буквар языка славянского. Тут вось книги доктора Скорыни. В школе их хочу охеровать. Хай читают хлопчики-аршанцы родным словом востро зрок и слых. Хай душой дочинится и сердце пчелы боронить в ульях своих. А то бачишь, скарга заявляя, гладко чеша, да не в добрый час, что ничего мы своего не маем, что культуры, а не пахнет в нас. Нащадки, небо жебраки, разнесут тебе по мовах хиших у чужие лепшие кутки. Шановные гости и удельники свята, дорогие земляки, сегодня для пляцовки городского музея истории и культуры отбывается значная подея. У нас открывается памятный знак выдатному помнику белорусской культуры 12-го столетия, выдатному помнику эпиграфики Рогволоду Каменю. Он лежал неколи недалеко от Орши,
для вёски Дятлова и крыш, выбитый на им, и надпись «Полоска князя Рогволода Василия Борисовича» свечил, что камень этой был высечен 7 мая 1171 года. Это один докладный помник старожитной письменности усходних славян, на яком докладно позначена дата. Камень этой был велизарным валуном. Я напомню, что по мере его по блока досягали 3 метра в вышину и 4.5 метра в ширину. Он был у подвозе церкви, але был знищен, и зараз от него ничего не заховалося. И вот мы вырашили, сустракаючи великое свято на нашей Оршанской земле, свято белорусского письменства, зробить зменшенную копию этого каменя. Есть такой библейский выраз: час раскидывать камяни и час сбирать камяни. Вот мы начинаем, это первый камень нашей великой экспозиции камяни Оршанщины, якая будет для нашего музея под открытым небом. Хожу на этом святе и думаю, дай Бог нам частей пригадывать письменников, частей налаживать такие святы, чтобы, не дай Бог, наши внуки, правнуки забылися про Купалу, про Полоса, про Короткевича и думали, что они неведомы. Может быть, в этом и сенс вот таких творов, вот таких свят. Саправды, Витебщина дала свету много пригожих слов, якія сталі сонячнай энергіяй і ростіць усё жывое. Пераканайцеся самі. Пляцоўка Пегаса запрашае вас на фестываль прыгожых слоў, а значыць і прыгожых людзей. Итак, фестываль прыгожых слоў і прыгожых людзей пачынаецца. Прадстаўляю колу паэтаў Цэнтра дзіцячай творчасці горада Орша. Першыя прыгожыя словы прагучаць пра нашу краіну, пра краіну, у якой мы живем. Ребенок солнца. Кто такой? Он может быть цветком, травой, собачкой, кошкой и слоном. И может быть забавный дном. И сад, что солнцем озарен. И маг, что розы покорен. И лев, который всех страшит. И конь, что пашет и молчит. Лазурный, чистый небосвод. И соловей, что в нем поет. И Белоснежка у ручья. А Белоснежка — это я. Человек, он песчинка и он бесконечность. За рожденье миров он творит безупречность. Он объятия дождя словно друга встречает и терзает себя, если жизнь прожигает. Человек, 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 человек. Человек, человек, человек.
Слушайте, слухайте, слухайте, обладальники, рыцари, зброєносці, усе ті, які ожидають попытать щастя і які сподіваються на мощність своєї зброї. У ім'я милосердності Бога і при Святейшій Богородиці повідомляю вам об великім турнірі. Гэты турнір справляється при Святейшім і великім уладальнікам, герба якого ви бачите на гэтым щите. Гэты турнір доступны кожному, хто має на гэта право. Храбрость і мужність на гэтым турніры продаються і купляються железом і сталем. Рыцари будут змагаться полова на полову. По закончению бою переможцы повинны взять своих полонников и отвезти их до своих дам. Узнагорода будет складаться с полного устроения и коня с золотым шапраком. Вас не нападать с тылу и не разить супротивника нижей пояса. Никто не повинен разить другого по невинности, коли опошний не заслужил покарать за проступки. А кроме того, поведомляю вас еще об тем, что никто не повинен уступать у бой после того, як гук труп обвестить об отступлении, хоть нам ворот еще были и зачинены. Жители города Орша. Заканчивается пятый республиканский праздник белорусской письменности. Я надеюсь, что все мероприятия, которые проходили вчера и сегодня, оставили частичку в душе и в сердце каждого из оршанцев. Позвольте на прощание в городе Орша на празднике сказать: до свидания, праздник белорусской письменности в городе Орша. И здравствуй, праздник, который, наверное, никогда не прекратится. Здравствуй, праздник в городе Пинске.
Крыша порохов и ветер, и на вот электричка спевая на ходу. Над Марьиною горкой душевная говорка, из песни у сердца я за тобой иду. Все в порядке, с праздником! Электричка прозвенит в гаражей тишине, сморона. Є сьогодні шмат причин на природу втячи з города. На бурштиновий простор, на волошкових озер ранішніх. Вибігають на перрон і штурмують свій вагон дачники. Thank you.